Боится, а второй. Хвости ходуном ходит. Все, почти месяц, да, смотри. Он может сейчас посмеяться. Сюда, детка, иди сюда. Ты мой красавчик, ну-ка покажи. Вот такие красивые стали, а у него хвостик вообще скоро отвалится. От как он им машет все время, да? Ежелка моя. Они вот ты мой золотой. Да? Хвостик у нас ходуном ходуном все время ходит. Все, накупались, высохли. Высохли. Сейчас мы попробуем подсадить их чужой маме. Если она примет, это будет счастье. Все. Что-то снится. Ты глянь, как это чудо спит. Глянь, как спит это чудо. Ты посмотри просто, а. Ай, хомячок ты, хомячок. Спим, 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 спим. Thank you.
ребята, что мои красивые? Это мама. Это мама. Она вон под кровать раз и все, да? Это дети. Чужих 7 и своих 7. Косолапики, идите сюда. И пипец моей спальни. Да? Кусим. Котики, мы все ходить плохо ходим. Мы все плохо ходим, зайчики мои. Да, мои золотые. Ай, ты мое красивое дитя такое. Да, с ладошку скажи. Мы же все с ладошку. Мы же все яички такие. Вот такие дети. Вот такие у нас дети. Ой, отдайте фотоаппарат. Попальчики мои. Да, зайчики мои. Красивые мамины. Мои красивые мамины. Мои мамины. Такие замечательные деточки мои. Пози, все под ногами. Все под ногами. Все под ногами. Тараканы. Котики мои. Ой, ты думаешь. Ой, такая моя девочка. Давай. О, так. Ой, ты мои красивые. Да, ты мой хороший. Ты мой красивый. Эти постарше. А беленькие совсем еще. У них разница где-то в неделю в две, наверное. Вообще таракан такой, ну что ты скажешь, такой манюсечка, такой балюсечки мои, да, и зайчики мои, мои солнышки, мои дети, а? Все. Эй, не надо меня жевать. Что, мой хороший? Покажи, как ты ходишь, покажи. Тихо, не бойся, деточка, не бойся, давай. Ой, ты мой золотой. Да ты мой красивый мальчик. Котик моя. Котик мой. Мой красивый. Что ты даже бегаешь? Так и будем бегать с тобой из комнаты в комнату, а? Бегом, стая. Так, что? Все? Ты мой золотой, да. Ну что ты, что? Что? А, чудо мое красивое, да? Маха, не смей меня жевать. Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Так, здесь у нас маленькие, здесь у нас болеют. Здесь у нас малышечка, Глорик маленький, да? А здесь солнышко маленькое мое. Да, зайчик мой. У нас челюсть сломанная, да? Ну все будет хорошо, все будет хорошо. Да, это малыши, которым надо капельницу делать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, что-то вы, ну куда же вы все вперлись, а? Эй, ребята, ай! Разве так можно, а? И что мне делать с вами? Тихо, детка, нельзя его трогать. Нельзя, а как ты себя чувствуешь, зайчик мой? Ты моя красивая, да, ты моя хорошая. Да, и ты мои дети, куда ж вас подеть, а?
Будь здорова. Тихо, детка, тихо. Ладно, пошли. Ребята, все ко мне. Все ко мне, ко мне, ко мне. Все ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Так, все на веранду. Хе-хе. Да, да, да. Ну что, малыш, как ты себя чувствуешь, а? Деточка моя, ты мой красивый. Все, 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 все. Эй, Тоби, 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 Тоби. Медведь. Медведь красивый, Тоби. А, ты красивый. Ты такой красивый, вредный. Ты маленький мой. Ну что? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Так, ребята, все уходим с кухни. Быстро. Бегом. Да, коты. Коты наши, коты, коты. Все коты там, да? Скажи, коты все там. Тихо. Ты же вот все наши кошки. Да, и скажи, и все наши собаки тут. И вот наши кошки. И вот. Да ладно, нельзя тявкать. И вот наши кошки. Скажи, да у нас кошек здесь везде. Да, у нас кошачье царство тут. Кошарики. Здесь у нас.